все. Здесь вот собирается группа людей. Это кафешки, кофе. Мы возвращаемся, потому что уже все забронировано. Нужно бронировать все заранее. И единственное осталось на 2:30 сегодня возможная бронь. Поэтому мы вернемся сюда в 2:30. Стоимость $60 человека, независимо от того, ребенок или взрослый. Стоимость одинаковая. Входит туда поездка на лодке. И около часа плаваешь. И также они предоставляют маску и трубку. Вот. Но я, если у нас просто не было карточки, и мы не могли вчера позвонить и бронировать, то есть если есть местная связь, то можно позвонить и заранее забронировать себе место. Welcome to Longmay. Водичка очень красивая, лазурная. Волны есть, но они небольшие. Вот. Здесь можно арендовать стульчики и лежаки. Сколько стоит, я не знаю. Мы не спрашивали, потому что мы здесь всего лишь на пару часов. Дальше мы поедем плавать с стингреем. Вот слева здесь находится ресторан, но он закрыт и открывается только в 12:30. Есть какая-то будка, где можно купить воду, разные плавательные аксессуары. Вот, ну, такой вот интересный пляж. Много людей. И также там есть отели на побережье. Там очень красивый пляж. Ну вот да, вот здесь, наверное, можно купить воду, пиво и снорклинг, всякие штучки. Единственное, что здесь очень сильно все навязывают, там штучки, какие-то услуги, спорт и так далее. То есть ты там должен. Ну, то есть уже к нам подошло 3 человека. Что такое? Вот там здесь есть такие вот маленькие магазинчики, где можно купить сувениры, шапки, картины даже и арендовать катамаран либо лодку. Также здесь вот находится территория отеля. Есть ресторан. Но, по-моему, он только для гостей этого ресторана. Мне можно что-то купить. Пляж хороший, с мягким тоже песочком, без особых водорослей и не очень глубокий, и волны средние. То есть, наверное, первые два пляжа были совершенно. Номер 2, но нету людей здесь совсем. Если в 11 часов здесь было очень много людей, то сейчас. В общем, на 4, 2 взрослых, 2 детей, $240. Some hosting with our ship. If that's in ship, we are both male and female stingers out there. Нам провели инструктаж, и мы сейчас идем на лодку. Thank you.
Вот они. Боже, их так много. Ну, уже не мои. Вот. They're so giant. Yeah. Боже мой! Что мне сказать, right? Смотрите, скан там плывет. Еще один. Красавец.